Так что, кого в итоге мы ищем? Халка или Бэтмена? Халка. Халка? Тём, а ты что ищешь? Это, кстати, умные роботы вот эти. Помнишь, у вас два робота есть, где вы шарики вот так кололи, они, ну, дрались между собой, два робота, помнишь? Угу. Вот это из этой серии. Вот там Халк, и пойдем покажу, что потерял. Ничего не дурацкий, там Халк, интересно, вот Бэтмен есть, смотри. И Бэтмен их... Бэтмена посмотрел? О, твой любимый, смотри. Джокер страшный, он, кстати, Джокера побаивается. Я не знаю почему, но вот он его побоялся. Пойдем покажу. Вот Халк. Вот. Вот. Есть Халк. О, есть Бэтмен такой, который ты хотел. А одного Халка нету? А если есть Веном? Есть. А, если. А вот смотри, кто еще есть. Представляешь, Джокер есть. Страшный Джокер. Побаивается Джокер. Кто там смотреть? О! О, смотри, вот! Вот! Не, давай 4 не будем брать, они очень дорогие, 4 штуки сразу. Одного бери. Вот это устал! Давай, бери. Пойдем теперь с Тёмой выберем что-нибудь. А вот еще там бедно? Нет, одну игрушку. Я говорил, одну. Пойдем. О, прикольно. Но здесь самый прикольный вот кошка, мне кажется, потом Веном, да? И вот этот Капитан Америка, да? А, есть он, да? Да. А ты какую себе игрушку вообще выбираешь? Я? Ты выбрал себе или нет? Все взял. Нет, одну я сказал. Одну, две нельзя. Одну. Нет, одну. Одну пусть выбирает. Либо того, либо того. Конечно, ходить по детским магазинам это то же самое, что ходить с Дашей по магазину одежды. Это очень долго. Выбор, особенно у Давидика. Вот этот капуша еще так копается. Пока выберет. Тёмка быстро выбирает, что ему нужно. Во! Новая тычка у Артема есть. Экономный парень. Взял всего лишь за 280 рублей меч. Так, аккуратнее, от счастья падает. Смотри на него. Вот что он выбрал. Венома и Человека-паука. Все, гуджицу новую. Осталось только найти, как открыть, правильно? Открыть тебе или Тёма тебе откроет? Вот так, правильно. Сам ковыряйся. Это что, новая игрушка? Так что вот так, новую игрушечку купили. Гибкий, конечно. Нравится тебе, да, Тёма? А потом я сейчас могу. А, кусочек чуть-чуть открыть. Давай, давай мне надорву. Да. А потом дашь... я сейчас могу. Держи вот здесь, давай вместе. Держи. Вот здесь держи, вот здесь сильно. Вот, держи сильно. Держишь? Ближе вот сюда к этой. Ага, вот так сильно держи. Нет, вот здесь, вот сюда прям пальчиком. Ближе еще к моему. Вот, держишь? Еще ближе. Так, мне надо камеру выключить. Во, вот так держи. Ты-ты-ты. 10. Ребят, в общем, решили дома сегодня ничего не готовить, прийти на завтрак позавтракать. А еще сегодня встретил нового русского. Представляете, вот как из 90-х реально новый русский. Смотрите, семечка. Вот. Футболочка с нашего магазина. Так это цепь отдельная или на футболке? Нет, это комплект. А, это комплект. Мам, как я только включаю камеру, вот это Диди не дает ничего записать. Покажи, что у тебя. Новые игрушки. Человек-паучок. А это? И Веном. А ты почему как маленький начинаешь разговаривать? А? Короче, мамуля у нас, видите, преобразилась. Смотрите, здесь у нас, смотрите, кафешка. Да, не, не тепло, на улице ветерок. Здесь, короче, кафе с бассейном. Мы такие зашли, там дети купаются. Говорим, а что, бассейн с подогревом? Они говорят, да, все лето будет с подогревом. Так что сейчас немножко потеплеет, потому что сегодня 21-22. Я думаю, что надо, чтобы немножко еще прогрелось, хотя бы до 25. И все, и можно спокойно приезжать сюда и купаться. Кому интересно, где это кафе находится, это прям кафешка с гостиницей. Здесь есть еще веревочный парк.
Вон веревочный парк, сейчас вам покажу. Вон, видите, да, веревочный парк. Лежаки, там есть закрытые зоны и гостишка вот здесь. Кому интересно, пишите, я скажу, где это находится. Приезжайте, кайфуйте на выходные. Короче, собираемся, так сказать, на лобное с Дашулькой. И самая большая проблема в чем заключается? Что одеть? Ну, конечно же, не у меня, у Даши. Потому что что одеть мне, я всегда спокойно нахожу. Раз, и одел. А у девочек это проблема. Мне кажется, много у кого так. Потому что даже у наших друзей там на какую-то вечеринку или на какую-то встречу собираются. Жены, конечно, что одеть, проблематично. Пошел второй час. Я шучу. На самом деле Даша очень быстро собирается. Дилин. С вами Севкав ТВ, и мы из машины ведем свою трансляцию. С Дашулькой едем сейчас на лобное место. Вот, сейчас накрасят, намажут Дашульку. Я не буду ни краситься, ни мазаться. У меня прическа уже готова. Че? Хорошо, да, подстриптизируй? Да, нормально, быстро. Мне аккуратно. Мне всегда нравится, когда окей, быстро. Встань. Я не люблю, когда долго красят. Короче, сидим и думаем, ехать на подводную охоту или нет. Всегда я ездил на подводную охоту без жены. Тут вот думаю, брать ее с собой или нет, потому что я хочу, чтобы детишки погуляли на озере, пока я поохочусь, и Дашулька рядом будет. Но просто ехать в Ярославскую область, мы там сейчас охотимся, это туда ехать по Ярославскому шоссе, а это шоссе загружено, и примерно 230 километров на все про все выходит 4,5 часа, как правило. Либо я один на мотоцикле еду спокойно, быстро туда-обратно на один день. Либо всей семьей на 2 дня, но при этом 5 часов туда, 5 часов назад. Решай, мать. Угу. Как думаешь? Угу. Короче, сейчас у нее рот пока занят, она там что-то прожевывает. Наверное, все-таки я один, да? Или хочешь со мной сидеть? Нет. Не хочешь. Не вот. Так что, ребят, влог будет, скорее всего, я один поеду на подводную охоту. Ну, вообще, я всех бы взял. Ну, поехали. Ну, поехали. Ладно. Наверное, увидимся чуть позже. Так, отвел теты сейчас. Вот сейчас пошла Дашуля на теты. Знаете, что я заметил? Что молодежь потеряла ценность отношений. Почему-то сейчас очень ценно это, сколько подписчиков в Инстаграме, что у тебя есть. То есть, как мне кажется, дружат даже парни с парнями, дружбу, да, я про дружбу сейчас говорю, дружат за что-то. Не просто вопреки, потому что нам было прикольно поиграть в футбол, там, я не знаю, позаниматься на турниках и так далее. А сейчас почему-то, вот я смотрю, тенденция такая пошла, что дружат за что-то. Что-то у тебя есть, поэтому с тобой дружат. Я сейчас не говорю конкретно, то есть не конкретизирую на себе, я сейчас в общем говорю про молодежь. И немного не понимаю, почему так происходит. То же самое про отношения. Сейчас пришел, как я уже говорил, с тетов, и вижу просто пофигистическое отношение мужчин к женщинам. То есть мужчины вообще на 100% уверены в том, что бы он ни сделал, как бы он ни накосячил, что бы он ни натворил, в любом случае его девушка или его женщина, как угодно можно назвать, он говорит о том, что она вернется 100%. То есть у нас два парня вчера, значит, на шоу, вчера был конкурс, кто поедет на Сейшелы, вот, и на конкурсе вчера просто двое просто в стельку набухались, просто в стельку. И сегодня они со спокойной душой, так, знаете, как-то рассуждают, так, да, все классно, все круто, моя девушка меня простит. Я сейчас не конкретизирую, не говорю имена, потому что, ну, как бы, по большому счету, вам, я так понимаю, это не очень интересно, просто говорю о том, что я в шоке, почему так происходит в нашем нынешнем мире, да, то есть мужчины не ценят, женщины не ценят, поэтому отсюда и вывод. Почему так мало пар даже на том же проекте? Потому что никто никого друг друга, ну, как бы не уважает и не ценит. Ну и, соответственно, никто не хочет, как мне показалось, построить нормальные серьезные отношения. Но я думаю, что я как раз приехал сюда с этой миссией, чтобы поработать над этим. Да. Вот и моя красотка здесь пьет. Ну посмотрите, какой нежный цветочек сегодня. Ой, ну просто, ну нежный цветочек. Ой.
как раз на этом фоне кулера нежный цветочек здесь. Водопоя, какой. Водопоя, ой, какая да? Нежная сумочка у меня. Да, кстати, в Америке. О, какая. А, или нет, слушай. Да, я не помню. Да, там. Можно, конечно, да. Там, кстати, $10, по-моему, рис такой. Ой, ну просто красотка, вот она. Ой. Люблюсо, ой, ну все, ну, козочка. Так, у нас дошольки принесли, видите, такие, что это, баклажаны, да, с помидорчиком? Хрустящие, сладком соусе. Научиться бы вот так вот, как повар, да, готовить дома. Ну, это, мне кажется, только у плиты надо будет стоять. Кто-то уплетает, а кто-то у плиты. Я уплетает. Не знаю, кто готовится. Лонс. Это внутри такое. Острый? Нет, сладкий. Он внутри. Вообще надо побольше овощей вот такого есть, да? Просто здесь соус, кстати, мне кажется. Это, у меня, кстати, есть дома такой соус, сладко-острый. Ну вот смотрите, Даша вот эту тарелку, короче, заказала, она вот ей реально наестся. Да. Максимум, да? Ну, даже не съем. Даже не съест. Поэтому она вот ограничивала свое, значит, размер блюда и вот ограничивала до такого состояния, что, короче, мало влазит в нее. Вот. Сейчас вы видите, что мне принесут. А я, ребят, вот так вот заказываю, видите, значит, я говорю стейк, но стейк, говорю, не несите. Вот три вот этих закуски и все, и без стейка, чтобы не поправиться. Просто подумал, что здесь стейк, представил, вот салат еще принесли, и все. Как будто съел стейк, отдам ему, и все. Все, так, представил, что я съел стейк, вкусно, с крупной солью. Ты обычно когда видишь комнату. Все, приступаем к помидоркам. На самом деле я шучу, что стейк сейчас будет готов в течение 2 минут, мне сказали, его принесут прям с пылу в жару. Так, вот и мой стейк пришел. Я сегодня жене на завтраке, точнее, разрешил попробовать, сказал, что не дам. Привет, пожалуйста, прожарки. Спасибо. Я вижу, нормально достаточно. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Вот это, я делаю это очень редко, ребят. То есть вот именно стейк прям пожарить и съесть, это делаем редко. Ну вот, кстати, когда в Москву приехали, почаще стали, потому что... Ну, кстати, больше мяса хочется почему-то. Ну, потому что здесь за город есть, да, в Турции как-то мяса не так хочется, потому что там фрукты... Там они все со специями готовят. Они со специями, но да. Но там больше любят. А здесь вот просто соль, и то солишь ты сам. Еще бы тебе посолили. Сам соли. Ладно, приступаем. Так, ребятушки, не знаю даже, как это назвать, но это просто бомбический стейк. Он очень нежный. Я у меня вот Дашунка наелась, видите, вот она вот так. Я вот еще стейк взяла попробовать. Взяла попробовать, это вот такой кусочек, от этого кусочка половину я и отрезал, попробовать. Ну, стейк вообще нежнейший. Вот бы у меня так получалось жарить стейки. Да, реально.